Багдада. Из Багдада. Сколько народу стремится в Бухару? Сегодня базар. Да нет, нет, нет. Сегодня наш пресветлый эмир будет творить свой милостивый суд. Держите его, держите! Этот сын греха не уплатил ни одного тенга. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, откуда ты прибыл, зачем? Я приехал из Дамаска. О, пресветлый господин, здесь в Бухаре живут мои родственники. А, значит, ты едешь в гости к родственникам, плати гостевую пошлину. Но я еду к родственникам не в гости, а еду по важному делу. Ах, по делу. Ты едешь в гости и по делу. Плати гостевую пошлину и деловую пошлину. Но плати. Плати, плати, плати. И пожертвуй что-нибудь еще на украшение мечети во славу Аллаха, который сохранил тебя в пути от разбойников. Во, во, во. Йорм кетаманди де! Благословит тебя! Стой! Стой! Йорм кетаманди де! Стой! 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 А кто будет платить пошлину за твоего ишака? Да. Кто будет платить пошлину за тебя? Если ты едешь в гости к родственникам, значит, ишак твой тоже едет в гости к родственникам. Плати. Верно, верно. О, мудрый начальник, у моего ишака в Бухаре действительно очень много родственников. Да. Иначе мир давно полетел бы с трона. А ты за свою жадность попал бы на кол. Сегодня суд нашел владыки мира. Сегодня? Да, если не придешь, тебя приведут со стражей. Которой нет в мире. Да где же? Ты спугнешь ее. Давай, давай! Разве так надо? А как же? А вот! Смотри! Смотри!
Видал? Ага. Вот как надо. А вы давай, давай. Утону. Ничего. На, бери. На, бери. Смотри, смотри. Смотри, смотри, смотри. Бери. Вот как надо спасать богатых людей. Вот теперь утонул. На, бери. Ничего не утонет. Ты мой спаситель. Подойди сюда. Я щедро вознагражу тебя. На. Впрочем, я мог бы выплыть и без твоей помощи. Стой, вот тебе полтанька, купи себе миску плова. Великий мир, объявить решение, которое я читаю на его лице. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, повелитель правоверных и наш владыка и мир оказал всему кузнечному ряду великую милость, поставив на прокормление к ним стражников и тем самым даровал своим подданным возможность благодарить пресветлого мира каждодневно и ежечасно. О, мудрый эмир, о, мудреннейший из мудрых. О, мудренный мудростью мудрый. Кузнец же Юсуф осмелился проявить неблагодарность. Войдя в рассуждение этого, эмир постановить соизволил. Кузнецу Юсупу, дабы внушить ему слова покаяния, даровать 200 плетей. Ну вот, кузнец и дождался справедливого и многомилостивого суда нашего мудрого эмира. Идите, идите, почтенный Джафар, эмир выслушает вас. Плачь, Кюджан, я упрошу эмира, он нам дарует отсрочку. О, великий владыка, подобный солнцу блеском своим, этот человек должен мне 100 таньга, еще 300 таньга процентов на этот долг, а всего 400 таньга. Сегодня утром наступил срок уплаты долга, а ему нечем заплатить. Отсрочки. Только отсрочки прошу у великого эмира. Да позволит великий эмир объявить решение, которое я читаю на его лице. По закону, если кто не уплатит долга в срок, тот со всей семьей поступает в рабство к тому, кому он должен. Но милость нашего повелителя и великодушие его безграничны. Хотя срок уплаты долга уже наступил,
но и мир дарует горшечнику Ниязову отсрочку. Целый час. Восхвали же великую милость мира, горшечник Ниязов. О, великодушный и мир! О, добрый и сдобришь! Буль-буль, хар-хар-хар-хар-хар-хар. О, над великодушнейшими самый великодушный мир! Мир гневается! Убери своего ишака! Гневается! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Что же я могу сделать? Я же не могу запретить моему ишаку восхвалять мудрость нашего мира. Ай-яй-яй. Царь, сегодня в полдень ты вместе с отцом своим войдешь в мой дом. Ровно через час я вернусь за тобой. Сиди здесь и никуда не уходи. Ну почему же ты не плачешь? А зачем твоей дочери плакать, горшечник? Сколько ни плачь, слезы не превратят в серебряные монеты. Надо постараться достать их. Ты издеваешься над нами, чужеземец. Правда, я никого не знаю в этом городе, но я попробую достать. Достать 400 таньга в незнакомом городе. Достану! Достану! Сидите здесь и никуда не уходите. Большие успехи. Зачем ты положил перед Ишаком эту книгу? Я учу его грамоте. Как же это может быть, чтобы Ишак научился читать? Так это же Ишак не простой Ишак. Аллах снабдил его острым умом и замечательной памятью. Вот только он не может страниц переворачивать, приходится мне самому. Однажды эмир позвал меня и спросил: можешь ты обучить моего любимого Ишака грамоте? Попробую. Покажите мне его. Мне его показали. Я проверил его способности. И говорю: о, пресветлый эмир, это замечательный ишак. Он не уступит остротой своего ума ни одному из твоих министров, ни даже тебе самому. Я берусь его обучить. Он будет знать столько, сколько знаешь и ты. А может быть, даже и больше. Но для этого мне нужно 20 лет. Тогда эмир дал мне кошелек с золотом
и сказал, если через 20 лет мой ишак не будет читать, я отрублю тебе голову. Несчастный, пропала твоя голова. За 20 лет кто-нибудь уж обязательно умрет. Или я, или ишак, или эмир. Да уж ты не сам ли нас? Друзья, мне срочно нужно 400 тенге. Ровно 400. Ну, кто мне даст 400 тенге? Кто? А? Ну, со мной долги не пропадают. Насредин, нет у меня денег. Может, примешь от меня эту тюбетейку? Она новая. Рахмат, прими от меня. Рахмат, прими от меня, Насредин. Рахмат, 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 Рахмат. Прими от меня поезд. И от меня вот возьми, Насредин. Рахмат. Возьми, Насредин. Прими от меня, Насредин. Рахмат. Джигит. От меня. Прими. Я от меня возьми. Насредин, он. Насредин. Рахмат. Рахмат. Насредин. Рахмат. 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 Не совсем сношенный, продам дешево, всего 33 тенге. 5 за калоши, 5 за то, что дешево, 23 за то, что с бедняцкой ноги. А это напоило 5000 человек! А вот поезд! Поезд совсем новый! Не берите пояса целого да нового! Сквозь него не видно ничего! А берите стиранный, а главное с дырами! Все устройство мира! Видно сквозь него. Ага, это ты продаешь. А вы говорите, давай, давай, давай. Сколько ты хочешь за всю эту кучу? Дешево, дешево продам. Тороплюсь, ухожу. Иди сюда. Бери за все 400 тенге. Ты сошел с ума. Вот тебе 200 тенге. 200? Да. 250. Посмотри на моего ишака. Даже он смеется над тобой. 275. Кем-хале! Клянусь Аллахом, я переплачу вдвое за этот товар. Вот тебе 300 тенге. А? А? 400. 325. 330. 400. Стой! 400. 350. 400. 360. 400. 370! 380! 390! 390! Согласен? Ладно, ладно. Скорей, 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 скорей. Ладно. Всегда терплю убытки по собственной доброте. Фальшивая. Фальшивая? Ага. Скорей, 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 скорей. Куда ты так торопишься? А? Умбалакидон, 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 умбалакидон. Какое дело заставляет тебя так спешить? Такое, какое и тебя. Но ты не знаешь моего дела. Если бы ты знал, ты бы мне позавидовал. Я пожелал самую прекрасную девушку в Бухаре. И сегодня она будет моей. Слыхал? Слыхал. Как однажды шакал
увидел высоко на дереве вишню и сказал, во что бы то ни стало, но я съем эту вишню. И полез на дерево. Он лез 2 часа, весь исцарапался, измучился. Но как только он добрался до вишни, налетел сокол и унес эту вишню. И слезал он с дерева еще 2 часа. И еще больше исцарапался. Ну и что же? И понял, что вишни растут не для шакала. Твоя сказка о вишне не имеет смысла. Ты глуп. Горшечник, назначенный час наступил. Сейчас ты и твоя дочь пойдете со мной. Вот та девушка, о которой я говорил тебе. А есть ли у тебя расписка горшечника? Конечно, есть. Вот она, и срок уплаты долго истекает, но еще не истек. Вот твои деньги, ростовщик Джафар. Ровно 400 тенге. Получай долг горшечника. Расписку. Твоя? Я, моя. Смотрите. Чужеземец, скажи мне твое имя, чтобы я знал, кого мне благословлять. Да, скажи мне свое имя, чтобы я знал, кого проклинать. В Багдаде, в Тагеране, в Стамбуле и Мекке. Везде меня зовут Насреддин. Спасибо тебе, Насреддин. Лягушка. Насреддин не может быть Насреддин. Насреддин? Да? В Бухаре? У нас? Не может быть. Султан Турецкий писал нам, что отрубил Насреддину голову. Писал? Хан Хивинский объявил, что содрал с него кожу. Да. А шах Иранский разрезал его. Поймать. Поймать! Послушай, вот уже 2 недели ты работаешь у меня. И за это время я заработал 350 тенге. Половина этих денег по праву принадлежит тебе. Ты говоришь какие-то непонятные вещи. Что же получится на земле, если все хозяева начнут делить свой доход с работниками? Разве Аллах и эмир потерпит такое возмутительное нарушение порядка? Ведь это же... Куда ты смотришь? Что ты там увидел? Я увидел лягушку, прекрасней которой нет в мире. Ах, ее брови подобно тонкому месяцу, и зубы как жемчуг, и грудь как мрамор, и плечи... Довольно. Где она? Я могу указать ее дом. Ну? Но будет ли за это награда ничтожному рабу эмира? Слава щедрости нашего владыки. Но пусть повелитель спешит, ибо за этой серной охотится. Кто осмелился? Насреддин! Что? Насреддин? Опять Насреддин. Эй, Арсланбек, сюда! Чтобы эта девушка завтра утром была доставлена к нам. Знаешь, Гюльджан, я давно тебе хотел сказать, что я... Я...
Смотри, смотри на небо, как дрожит эта звезда. Ей, бедняжке, там, наверное, одной очень холодно. Ты знаешь, Гильджан, я давно тебе хотел сказать, я очень... У моего ишака на хвосте столько репейников. Он обобрал все репейники от самого Дамаска. Ты понимаешь меня, да? Ну, откуда это известно? Куда следует тянуть свои губы, куда не следует? В моем саду растет прекрасная роза. И эмир пожелал украсить этой розой свой дворец. Где твоя дочь? Помогите! Отец! Отец! Помогите!
Подожди. Мы хотим взглянуть на нее. Сегодня же мы соизволим войти к ней. Сафар! Сафар! Горе тебе! Я все понял, я все знаю, презренный шакал! Вишня не досталась шакалу. Но не досталось и соколу. Вишней завладел лев. Еще не завладел. А ты, Джафар, запомни, я тебя вытащил из воды, но клянусь, я тебя и утоплю в этом же самом пруду. Но прежде тебя самого посадят на кол. Поймаете на середину, клянусь Аллахом, эмир повесит вас. А тот, кто поймает, получит награду за голову на середину. Угу. 3000 тенге. Насреддин, и скажи мне, мне надо с ним посоветоваться по твоему делу. Хорошо, я постараюсь найти Насреддина. Ты на середину не видел? Нет, не видел. О, женщина! Горе тебе! Беда уже занесла над тобой свою черную руку. Но я знаю способ предотвратить ее. Ты узнай, где скрывается на середину, и скажи мне. Хорошо. Я приведу к тебе на середину. Ты приведешь? Когда? Сейчас. Он близко. Где он? Рядом. Где он? Я не вижу его. Но ты же гадальщик. Посмотри хорошенько. Вот он. Ну, какая беда угрожает мне?
И о чем ты хотел со мной посоветоваться? Ну? Стражники! 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 Нашел! 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 Он на базаре! Да! Он на базаре! Да! Насредин! А? Он переодет женщиной. Награда моя? 3000 тенге? Ладно! Эй! Стража! Живо! Награда моя! 3000 тенге! Живо! Хватай его! Самого эмира. Меня зовут Гусейн Гуслия. Да! Гусейн Гуслия. Гусейн Гуслия. А! Неужели ты и есть тот самый Гусейн Гуслия? Тот самый? Несчастный! Пропала твоя голова! Пропала твоя голова! Как голова? Разве ты не знаешь, что все это из-за тебя? Как? Эмира дошло, что ты, выезжая из Багдада, поклялся проникнуть в его гарем и обесчестить его жену. Я в гарем? Ты что, ты никогда не говорил ничего такого. И потом, я же уже стар. Ну, зачем же мне в гарем? Не знаю, не знаю. Но только Эмир узнал, что ты приехал в Бухару и скрываешься на базаре. Он повелел тебя найти, схватить и отрубить тебе голову. Ой, несчастный! Лучше бы мне не родиться на свет. Ничего, ничего, не горюй. У Аллаха гарем не хуже, чем у эмира. Багдад! Багдад! Тебя у городских ворот схватят, приведут во дворец и отрубят голову. И кто-нибудь из стражников получит за твою голову награду 3000 тенге. 3000 тенге? Значит, ты не спасение. А помоги мне, добрый мусульманин. Чем же я тебе могу помочь?
Чем же я тебе могу помочь? Нет. Нет, не то, не то, не то. Есть! Нашел! 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 Вот, здесь твое спасение. Смотри, смотри. Вот сейчас. Вот, вот оденешь это женское платье. Позор! Ты можешь укрыться под этим покрывалом от стражников и вернуться обратно в Багдад. Стой! Куда? В Багдад! Зачем? Я еду к своим женам! Да точно к мужу! К мужу в Багдад! Ага! Стой! Пусти меня! Стражник, пусти меня! Стой! Он! Эх, вы! У вас на плечах не головы, а пустые тыквы. Объявить, что мы повышаем награду за его голову. 10 000 таньга. И горе вам, о уминатели тюфяков, набиватели своих бездонных карманов. Вот скоро приедет к нам Гусейн Гуслия, которого мы выписали из Дада. Мудрец, звездочет и лекарь. Хвала солнце вселенной. Говори. К вратам дворца прибыл человек, именующий себя мудрецом из Багдада. Гусейн Гуслия. Пропустить его. Позвать сюда. Йоллу! Пусть мир скажет мне, не входил ли он сегодня к женщине. Пусть мир ответит своему ничтожному рабу. Сегодня? Нет, мы собирались, мы еще не входили. Ох, слава Богу, что я пришел вовремя. Подожди, подожди. Гусейн Гуслия, что ты говоришь? Слава Аллаху, что я пришел вовремя! Говоришь что-то непонятное? Да будет известно великому эмиру, что вчера ночью я увидел, что звезды расположились угрожающе для эмира. Звезда Аль-Кальб, означающая жало смерти, встала напротив звезды Аш-Суала, означающая сердце. И пока не изменится расположение звезд, мир не должен касаться женщины. Иначе гибель его неминуема. Я как раз сегодня в наш гарем привезли одну девушку. Забудь о ней! Забудь о ней! Пока не изменится расположение звезд, иначе ты погибнешь, и народ твой осиротеет. Благодарю тебя. Благодарю тебя, Гусейн Гуслия. Мы видим, что ты истинный мудрец. Вот. И предан нам. А вы что смотрите? За что мы платим вам большое жалование? Вот. Вашему эмиру грозила гибель. А вы даже не почесались. Нет, ты посмотри на них, Гусейн Гуслия. Ну что за глупые рожи, а? Светлейший мир совершенно прав. А? Эти лица, как я вижу, не отмечены печатью мудрости. Именно, не отмечены. Слышите, болваны? Скажу еще, да, что я не вижу здесь и лиц, отмеченных печатью честности. Воры. Ну, ты поверишь, Гусейн Гуслия. Сегодня утром мы забыли в саду наш пояс. Любимый пояс. А когда мы хватились, его уже там не было. Кто-то из них успел, понимаешь? Понимаю. Нет, ты понимаешь, Гусейн Гуслия? Йоллах!
не об этом ли поясе сожалел великий мир? Тот самый, а? Всемогущий Аллах, ты поистине великий мудрец. Возьми себе награду этот пояс. Насреддин пойман, я поймала. Кто ты? Почему ты скрывался под женской одеждой? Я ехал к великому всемилостившему эмиру. Но мне встретился человек и сказал, что эмир хочет отрубить мне голову. И я в страхе бежал под женской одеждой. Мы хотели отрубить тебе голову. Мы хотели отрубить ему голову. За что? За то, что я будто бы поклялся проникнуть в гарем к великому эмиру. В наш гарем? Кто ты такой? Я Гусейн Гуслия, мудрец, лекарь и звездочет из Багдада. Как ты врешь. Вот Гусейн Гуслия. Кто Гусейн Гуслия? Вот Гусейн Гуслия. Я Гусейн Гуслия. Он обманщик. Он присвоил себе мое имя! Да простит мне великий владыка, но бесстыдство этого старика не имеет пределов. Он говорит, что я, Гусейн Гуслия, присвоил его имя. Да. Может быть, он скажет, что я присвоил и этот халат. Конечно! Это мой халат! Вот, видите? Может быть, и эта челма твоя? Моя! А сапоги? Мои! Книга? Моя! Чёрт! Мои! Может быть, и этот пояс тоже твой? Мой! 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 Обманщик! Вот! Пресветлый владыка воочию убедился, кого он видит перед собой. Сегодня этот лживый и презренный старик говорит, что я присвоил его имя. А завтра он скажет, и дворец его, да. И вся Бухара, да, его. Ты прав. Ты прав, Гусейн Гуслия. Мы видим, что это опасный старик. У него в голове черные мысли. Надо отделить его голову от туловища. Прежде надо узнать его подлинные намерения, с которыми он прибыл в Бухару. Пусть Эмир отдаст его мне, а я при помощи пыток узнаю его настоящее имя. Ну что ж, возьми его себе и узнай при помощи пыток, кто он такой. Ответь мне, Гусейн Гуслия, куда девался этот нечестивец Насреддин? О, великий владыка, он знает, пока я в Бухаре, ему здесь делать нечего. А скажи, что твой новый пленник? Узнал ты, кто он такой? Нет, еще не узнал. Но ты пробовал применить к нему пытку, а? Еще бы. Вчера я целый день железными клещами расшатывал ему зубы. Ну да, это хорошая пытка, расшатывать зубы, но... А сегодня я буду ему сдавливать голову при помощи веревочной петли и палки. Новая пытка? Хорошая пытка. При помощи петли и палки. Что тебе? О, великий повелитель, звезда твоего гарема, Гюльза, умирает. Как умирает? Умрет? Это очень опечалит нас. Ведь мы еще ни разу к ней не входили. Гусейн Гуслия, можешь ты вылечить Гюльджан? Я должен ее посмотреть. Посмотреть? Ты хочешь ее посмотреть? О, великий владыка, я должен взглянуть только на ее руку. Я искусный лекарь, я могу по цвету ногтей определить ее болезнь. Мне нужно только руку. Ах, руку. Ну, это нам не повредит. С
самый мир, и с ним лекарь. Юльцзян! Меня зовут Гусейн Гуслия. Я новый мудрец, звездочет и лекарь эмира. Тебе угрожает опасность, и я спасу тебя. Ты понимаешь меня, Гюльцзян? Понимаю, Гусейн Гуслия. Дай мне твою руку. Вот. Левую. 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 Я хочу определить твою болезнь по цвету твоих ногтей. Вот. Вот. Вот, вот. У тебя болит сердце. Сердце. Я разлучена с моим любимым. И вот чувствую, что он рядом со мной. Не могу ни обнять, ни поцеловать его. О, скоро ли наступит час, когда он обнимет меня? Всемогущий Аллах, какую страсть внушил ей повелитель в такое короткое время. Тот, кого ты любишь, близко. Близко, близко. Он думает о тебе. Думаю, думаю, да. Он день и ночь думает только о тебе, дорогая. Разве я не прав, повелитель? Прав, прав, да-да. А тебе? Спаси меня, Гусейн Гуслия. Будь спокойна, Гюльцзян. Я, Гусейн Гуслия, спасу тебя. Он спасет, он непременно спасет. Непременно. Непременно. Спасибо тебе, Гусейн Гуслия. Выздоравливайте. Спасибо тебе, несравненный исцелитель болезней. Собака! Очень хорошо. Послушай, Гусейн Гуслия, тебе сегодня придется опять покричать. Ничего не поделаешь. Зато я тебе придумал такую пытку. Сдавливание головы с помощью веревочной петли и палки. Сын греха, будь ты проклят, да упадет тебе камень на голову и нигет подошву. Хорошо, хорошо. Но только помни, ты должен кричать так, чтобы тебя слышал весь дворец, а не так, как в прошлый раз. С помощью чего? А? С помощью чего? Петли и палки. Не так. Ты кричишь лениво. А здесь опытный в подобных делах. Если в твоем голосе они почувствуют притворство, ты попадешь в руки настоящего палача. Сын греха. Вот как надо. Домок нечестивый, где мне взять такую глотку? Ничего, ничего, ничего. Петля, палка. Успокойтесь. Это наш Гусейн Гуслия. При помощи веревочной петли и палки. Какая хорошая пытка! О, презренный оборванец! Да прогрызут тебя заживо могильные черви! Да пошлет Аллах тебе яму под ноги, чтоб ты поломал себе там ноги! Ай-яй-яй! За что ты на меня все сердишься? О, я опозорил твое имя? Или опорочил твою ученость? Вот, смотри, этот мир прислал их Гусейну Гуслия.
за то, что он вылечил девушку. Ты! Ты вылечил девушку? Вылечил? Ну, что понимаешь, ты невеста, плут голодает, что понимаешь, ты болезнь? В болезнях я ничего не понимаю. Но зато я понимаю в девушках. И поэтому будет справедливо разделить эти деньги пополам. Одному Гусейну Гуслия за то, что он понимает в болезнях. А другому Гусейну Гуслия за то, что он понимает в девушках. Еще одна упала. Куда падают эти звезды? На землю. Куда же им еще падать? А я слышу, что звезды падают в море. Откуда? Откуда ты все это знаешь? Я знаю. Скажи нам, мудрый Гусейн Гуслия. Скажи нам, мудрый Гусейн Гуслия. Куда падают звезды с неба? И почему люди никогда не находят их на земле? Разве вы не знаете? Нет. Когда звезда падает на землю, она рассыпается на мелкие серебряные монеты. Ну, даже. Вот эти монеты собираются. Я даже знал людей, которые обогатились таким способом. Чугель же. Сейчас я их уведу. Все будет хорошо. А потом ты пройдешь одна. Нет! Ничего, Гильджа. Жди меня в чайхане у чайханщика Али. Где-нибудь здесь.
Я не мог обнаружить его нигде. Гусейн Гуслия, ты пройдешь с нами в опочивальню и будешь оберегать наш сон. Нет. Пусть великий мир посмотрит на звезды. Они благоприятствуют ему. Теперь он может коснуться Гюльджан. Сегодня же мы соизволим войти к ней. О, великий повелитель, жемчужина твоего гарема Гюльджан похищена! Ее похитил этот проклятый Насреддин. Если вам в городе ваши головы трусливы, в чем провинились эти люди? Это все укрыватели Насреддина. Они будут преданы жестокой казни, если не выдадут этого бродягу и бунтовщика. Так. Ты же торопился в город. А теперь я тороплюсь во дворец. Во имя Аллаха, милости у милосердного, повелитель Бухары, луна и солнце вселенной, взвесив на весах справедливости прегрешения по укрывательству богохульника и возмутителя спокойствия Насреддина, остановиться изволил горшечника Нияза и всех прочих укрывателей лишить жизни через отделение головы от туловища. Если же кто из осужденных укажет место пребывания Насреддина, тот не только сам будет освобожден, но и всех прочих от всякого наказания освободит. Горшечник Нияз, не можешь ли ты указать место пребывания Насреддина? Нет, я не скажу, где находится Насреддин Афанды. Прикажи остановить казнь, о повелитель! И я поймаю Насреддина. О, владыка, справедливо ли будет, чтобы этих мелких укрывателей предали казни раньше, чем будет казнен главный укрыватель? Какой? У которого Насреддин жил и живет сейчас. Ты прав. Если есть такой укрыватель, то мы до справедливости должны первому ему отрубить голову. Но если великий мир не захочет казнить этого главного укрывателя, справедливо ли будет тогда казнить мелких укрывателей? Ты в этом прав, Гусейн Гуслия. Но укажи скорее нам этого главного укрывателя, и мы сейчас же отрубим ему голову. Повелитель Бухары сказал, что если он откажется казнить главного укрывателя, которого я сейчас укажу, то эти стоящие у плахи будут освобождены. Так ли я сказал, о повелитель? Ты правильно сказал, Гусейн Гуслия. Мы даем в этом наше эмирское слово. Вы слышали, о жители благородной Бухары? Эмир дает в этом свое слово! Укажи скорее этого главного укрывателя. Самый главный укрыватель Насреддина. Это ты, эмир! Ну, эмир, прикажи отрубить себе голову. А? Эмир обещал освободить осужденных! Вы слышали слово эмира? Свободу осужденным! Насреддин! Свободу! Свободу осужденным! Свободу осужденным! Надо их освободить. Народ взбунтуется.
Поэтому, мое мнение, всего вернее будет отрубить ему голову. Тоже не годится. Султан Турецкий уже отрубил мне голову. Наш брат Султан Турецкий писал им, что отрубил этому бродяге голову. И однако он жив. Надо избрать более верное средство. Лучше всего сжечь живым на костре. Вот-вот. Так со мной поступил однажды хан Хивинский. Поистине, ваши головы подобны перезрелым тыквам. Скажи мне. Скажи мне, а тебя когда-нибудь топили? Топить? Вот топить меня еще никогда не топили. Вот единственно верный способ. Завтра днем при всем народе утопить в Лабихаузе. Шпионы доносят, что город волнует. Как бы народ не отбил этого сына греха. Утопить ночью тайно. Зачем? Зачем только он освободил нас на суде? Лучше бы мне умереть, чем знать, что наш Насреддин схвачен. Лучше нам всем умереть, чем знать, что его казнят, нашего Насреддина. Где? Где наш Насреддин? Что будет с ним? Подождите, я хочу вам сказать! Я хочу вам сказать... Что? Вы потащите меня на своих спинах. Ну да. Как жалко, что здесь нет моего Ишака. А что? Он бы лопнул от смеха. Давай, Сергей. Фу, устал. Отдохнуть надо. Тащи, твоя очередь. Торопиться надо. О, доблестные воины, подождите минутку. Я хочу прочесть перед смертью молитву. Читай, да недолго. О, всемогущий Аллах, сделай так, чтобы тот человек, который найдет закопанные мною 10 000 тайнга, отнес бы 1 000 в мечеть и поручил молиться за меня в течение года. Несите меня дальше. Предаю дух мой в руки Аллаха. Мы отдадим мечеть не одну, а целых 3 000 тайнга. Мы не злые люди. Постой, постой. Скажи нам, где спрятаны твои деньги? А где мы находимся? По дороге через кладбище, у северных ворот. У северных ворот? Это воля Аллах. Как раз у южных ворот. С другой стороны кладбища находятся 3 старых надгробия, расположенные треугольником. Треугольник. Под каждым из них я закопал по 3333 тайнга. 3333 тайнга. Да. С одной третью. С одной третью. Покаруль, пока мы сбегаем за деньгами. А я? Разделим поровну. Слава Аллах, слава Аллах, слава Аллах, слава Аллах, слава Аллах.
колбаку. Да здесь человек. А что в этом удивительном? Как что удивительно? Зачем ты забрался в мешок? Значит, нужен, если забрался. Может быть, тебя посадили в мешок насильно? Насильно? Стал бы я платить 600 тайнга, чтобы меня посадили в мешок насильно? 600 тайнга? За что ты уплатил такие деньги? Этот мешок принадлежит одному арабу и обладает чудесным свойством исцелять болезни и уродства. Я был хромым, горбатым и кривым на один глаз. Но вот я просидел в мешке 2 часа, и мой горб исчез, глаз прозрел и нога выпрямилась. Ах! Зачем же ты сидишь в мешке? Досиживаю свой срок. Деньги-то я уплатил все равно за 4 часа. Не пропадать же им зря. Послушай, о человек, сидящий в мешке. Я тоже горбат, хром и крив на один глаз. Я охотно уплачу тебе 300 тайнга, чтобы просидеть в мешке оставшиеся 2 часа. Да, но тебе придется уплатить деньги вперед. Согласен. Ну, не будем терять времени, ибо минуты идут, а теперь они принадлежат уже мне. Фу! Он опять обманул нас, этот пройдоха. Как же себя вести? Если к тебе прилетят 3 джина, начнут тебя бить, ругать, куда-нибудь понесут, ты произноси волшебные заклинания. Тот, кто носит медный щит, тот имеет медный лоб. Поцелуй моего ишака под хвост. Как? Поцелуй моего ишака под хвост. Тот, кто носит медный щит, тот имеет медный лоб. Что? Поцелуй под хвост моего ишака. Тот, кто носит медный щит, тот имеет медный лоб. Поцелуй под хвост моего ишака. Тот, кто носит медный щит, тот имеет медный лоб. Поцелуй под хвост моего ишака. Тащите! Тащите его! Скорей! И так опоздали вы, ленивые псы! Ну, живо! Тащите! Тащите его! Почему они медлят? Почему нет сигнала, а? Насреддин Боли не пребывает в живых. Свершилось, нет больше возмутителя спокойствия. Нет больше нашего Насреддина. Умер Насреддин. Как же я буду жить, если Насреддин умер? Ой, я. Насреддин? Thank you.
Не провожайте, не провожайте нас! Не провожайте нас! О, жители благородной Бухары! Мы с Гюльчан должны уехать незаметно, а то стражники вообразят, что все жители решили покинуть Бухару, закроют ворота и никого не выпустят. Расходитесь же по домам. Пусть будет спокоен ваш сон. Пусть никогда не нависают над вами черные крылья беды. Насреддин прощается с вами. Надолго ли? Я не знаю сам.